Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дубакоих. У нас был небольшой творческий перерыв, но мы не смогли обойти стороной бой Дэвида Бенавидеса против Димитриуса Андрейда. По поводу боя хочется сказать, Андрейдов неплохо начал, и вот казалось, что значит, тактика вот про как работы вторым номером, да, вот такое в стиле Кэлеба Плента, как он делал, она, в общем-то, приносит плоды, он неплохо начал, хорошо попадал, но нокдаун переломил, в общем-то, ситуацию. И потом бой просто принял односторонний характер, просто в одну калитку вынес Дэвид Бенавидес Димитриуса Андрейда, и на седьмой раунд он не вышел. Весь шестой раунд он просто избивал уже как хотел. И что хочется сказать, в общем-то, в одну калитку, да, видимо, вот боксировать вторым номером против Бенавидеса не самое, в общем-то, умное, ну как умное решение, да, наверное. Возможно, нужно попробовать, кто будет против него, в следующем боксировать, либо боксировать первым номером, либо боксировать вторым, но да, ну, быть быстрее, быть лучше в ногах, более чувствительным и так далее. Потому что Бенавидес обладает суперчувствительностью, супер, значит, таймингом, мощью, и никто пока вот из его соперников не смог даже близко доставить ему проблемы, да, мы помним, что, в общем-то, всех он вынес. И что хочется сказать еще по поводу, наверное, следующего соперника, то мы понимаем, что в этом весе остался только Канело Альварес, и больше никого, ни с кем, наверное, не будет такой интересный бой, да, Джейми Мунгуя, ну, мы понимаем, что, в общем-то, наверное, Джейми Мунгуя, он звезда, но не уровень Бенавидеса. Возможно, их бой организуют, конечно, но, наверное, это не тот бой, что мы хотим. Все хотят увидеть одну суперзвезду, вот Дэвида Бенавидеса против кого? Сауля Альвареса. Но у меня такое ощущение, что Сауль Альварес не будет брать этот бой. И, скорее всего, Бенавидесу, если он хочет хороших поединков, нужно будет переходить в следующую весовую категорию. Про Андрейда, наверное, хочется сказать, что, ну, 35 все-таки уже для бокса в его весе, это все-таки, наверное, пик пройден, и нужно либо бросать, либо как-то по уму возвращаться после перерыва долгого, да, ну, взять перерыв и, в общем-то, наверное, вернуться против какого-то середняка и там уже смотреть, может быть, вернет свои титулы, если Бенавидес уйдет, хотя, ну, в общем-то, посмотрим. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, оставляйте комментарии, а мы будем стараться больше контента постить. Всего доброго и до новых встреч!